Инициатив ее возглавил председатель Союза предпринимателей Уфы Александр Ефимов. По задумке, новая организация призвана поддерживать новичков в бизнесе. Согласно статистике, сегодня в Башкортостане каждый второй молодой человек в возрасте до 30 лет хотел бы заниматься предпринимательством. Но многих отпугивает отсутствие информации и финансовые ресурсы. Основная задача ассоциации – оказание консультативной и инвестиционной поддержки начинающим бизнесменам. В настоящее время в Башкортостане зарегистрированы 42 тысячи микропредприятий. Работают свыше 86 тысяч индивидуальных предпринимателей. Только в прошлом году в регионе появились более 4300 субъектов малого бизнеса. Новая общественная организация будет существовать на членские взносы. Входной билет 3000 рублей в год. Руководители планируют работать со всеми желающими, но особый упор делают на районы республики. Центром кристаллизации работы ассоциации будет общественная приемная и ее местные отделения. Мы не ставим задачу работать в городе Уфа исключительно, как, ну, в основном, поскольку, конечно, у нас все-таки большая часть бизнеса сосредоточена в Уфе, но наша задача поднимать районы, сельскохозяйственное производство и предпринимательство.